понедельника? Или субботы? Нет, стой, вроде воскресенья. А утро ли это вообще? Неужели стоит задумываться по поводу этих вещей? Главное, что этот день настал. И спасибо, что я вообще встал. Я же вроде бы спал. Да, безусловно, я спал. Мне снился сон, где я летал. Теплый воздух меня нежно ласкал, воздухом были твои руки, а крылья — это были наши с тобой дни, которые мы вместе сжигали в нашей любви. Да, это был сон, потому что в реальности со мной такого точно бы не произошло. В реальности я не верю в счастье, по крайней мере, пока не настигну ненастья. Еще приятно, что настигло осознание жизни, смерти — это не все наше существование, что бесконечность действительно не имеет конца, а душа может служить монетой для купца. И эти два периода как сестры-близняшки, только одна ушла во все тяжкие, а вторая закончилась красным дипломом и теперь служит делу благому. Лишь знакомство с нею, пресную дамою, что смертью зовется в народе. Она пришла в мою жизнь, заявить я посмею. Убивала она меня нежно, даже без боли вроде. И молить о пощаде не думал я более. Ее лезвие с наслаждением и болью проникает все глубже, и я уж кровью заливаться готов. Я не поступаю по-другому, уподобляясь примеру плохому, убиваю это мрачное чувство, что любовью зовется. Его я чувствовать вновь не готов.